Здравствуйте, девочки! Сегодня перед вами вот такая куча новых товаров. Это гель-лаки, пудинг-гель и пластилинчик от Blue Sky. Как видите, они полностью сменили упаковочку, все флакончики, коробочки теперь в новом формате. Сейчас я вам все поближе покажу и расскажу. У меня 6 цветных оттеночков. И база, и топ. Это гель-лаки мастер серии. Это новая серия, новая продукция. Все флакончики по 14 миллилитров. Как видите, у меня здесь цветнички есть и один гель-лак с блесточками. Сейчас мы вместе с вами выкрасим на типсы и посмотрим, каковы они в нанесении. Итак, первое это топ Blue Sky и база от Blue Sky. Топ у меня без липкого слоя. Флакончик 14 мл. Сзади на флакончике есть вся информация. На донышке есть дата изготовления. Срок годности у этой продукции 2 года. Топ средний по густоте. Я его попробовала нанести на ноготки. Блеск идет, глянец просто нереальный. По отзывам знаю, что этот блеск не теряется. База тоже флакончик 14 мл. На флакончике есть выступающие буковки Blue Sky. Также на донышке дата изготовления. База немножко пожиже, нежели чем топ. Смотрите, как классно раскрывается кисть веером. Она достаточно хорошо распределяет материал по ногтевой пластине. 128 номер оттеночек. Также выступающие буковки, защита от подделки QR-код. И также здесь есть вот такая полосочка защитным слоем. Если его стереть, то можно увидеть несколько циферок, по которым можно проверить подлинность на официальном сайте. Ссылочку на официальный сайт я оставлю в описании под видео. Гель-лаки очень хорошо наносятся, равномерно распределяются. Все оттеночки практически ложатся в один слой. 0,71 оттенок, красный классический. Смотрите, какой шикарный. Далее 196 белый, очень плотный, чуть погуще предыдущих гель-лаков. Шикарно выравнивается на ногтевой пластине. 0,75 это золотишко, очень тонкая слюда разных размеров. С прозрачной основой гель-лака. Смотрите, какой нереальный блеск. 163-й ярко-розовый, очень плотный. Достаточно одного слоя. Далее 0,49 нежно-нежно-розовый. Смотрите, как классно распределяется веером, раскрывается кисть. Очень удобно ею наносить гель-лак на поверхность. Я думаю, что очень хорошо она будет заходить в зону боковых валиков и под кутикулу. Далее три оттенка пластилина для объемных дизайнов.
Также вся информация есть сзади на баночке. Белый пластилин номер 01. Очень плотный белый, непрозрачный, вязкая консистенция, приятный запах. Далее следующий оттеночек 07. Смотрите, какая нежнятинка. Далее выйдут еще видеоролики с дизайнами именно этим пластилинчиком. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Очень хорошо скатывается в шарик. Также просто классно прилипает к ноготку. Как видите, однородная консистенция. Хорошо держит форму. Третий оттеночек под номером 10. Это такой вот красный. Смотрите, какая прекрасная консистенция. Итак, 07. 01. Далее у меня еще пришел пудинг-гель. Сзади на обороте есть вся инструкция. Оттенок пинг. Тюбик большого объема, 60 грамм. Также есть защитный код, по которому можно проверить подлинность продукта. На флакончике наклеечка с оттенком. И вся информация. Сколько держать в лампе на обороте. Также дата изготовления на крышечке тюбика. Защитная мембрана. Наполняемость, как видите, практически до краев. Смотрите, какой нежный оттеночек. Очень хорошо держит форму. При помощи этого пудинг-геля можно донаращивать, либо наращивать, а также укреплять ноготки. Далее на канале вы увидите видео с этим пудинг-гелем. Перед вами все товары, которые я сегодня получила. Ссылочку вы найдете в описании под видео, где можно приобрести эту красоту. Это полностью обновленная серия с новыми качественными материалами. Поэтому я вам рекомендую к покупке. Как видите, все оттенки нанесены в один слой, плотненькие, нет никаких проплешин. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, делитесь им в своих соцсетях. Также комментируйте, я буду с нетерпением ждать ваши отзывы. И я не удержалась, нанесла оттеночек красный себе на ноготочки. На этом у меня, девочки, все. До скорых встреч. Пока-пока.